Здравствуйте, Эзен. Как ночевали? Ну и слава Богу. С вами Василич. Сегодня будем коржи намазывать, делать тортик к чаю. Вот. Взял я, значит, варенье малиновое продается в баночках. Вот. И смешал, думаете, с чем? Со сливками в пачках, то есть сгущенка сливочная. Вот. Все это я перемешал, будем обмазывать коржи. Пастила тут также попался, купил. Вон со вкусом ягоды. В общем, будем оформлять. Ну, также сверху для декора, где чего вот. Раз в холодильник, думаю, что бы изобразить такое красивое. Вот. Есть такой плавленый сыр шоколадный. Очень вкусный. Нанесем его сверху. Так что будет вкусно. Ну, а пока сделаем чай. Будет чай у нас запариваться. Запариваться, пока мы делаем, настоится. В общем, листочки малины. Вот, беру листочки малины. И вот есть от листочков вот такие, как черенки. Я беру их, разламываю и в чайник. Навар, они запах отдают хорошо. Беру произвольно. Вот так вот наламываю. Они напрягают, вкус дают и витамины все все-таки присутствуют. Запах. Вот. Это у нас идет малинка. Малинка. Вот так. Также здесь я внизу сейчас вам покажу. Взял пару вот таких вот чайных брикетиков. Подведу итог. Почему вот это черный чай? Мы когда запариваем, то получается у нас цвет заварки такой бледненький, как будто вы зеленый чай заварили. Вот. Кто любит, это вообще нормально. А кто любит потемнее такой, как заварка, то это самое, вот, можно пару пакетиков забросить. Вот придерживаете пакетик, раз, выдернули эту ниточку, и в сторону, ее положили на низ. Вот, и вот у нас кипяток подошел, выключаем. И берем дальше уже смородины, листочки. Листочки также присутствуют, вот такие, как бы веточки, где листочки были, мы их разламываем, укладываем в чайник, все, чайник. И будет запариваться очень вкусный чаек. Так, листочки наши. Все это таежное, ездили в тайгу, вот, и попутно ягоду брали и как не заготовить на зиму к чаю листочков. Вот. Нынче вот я сделал вывод, почему вот с такими вот веточками. А проще. Помогаем мы растению обновиться, сделать на будущий год более кустарник, смородина пышнее, больше ягоды. Это было замечено у меня сосед, постоянно малину и вот смороду, как осень, под корень, но оставляет сантиметров 10-15, наверное, такие вот черенки, и полностью подстригал. И что вы думаете? Я думаю, ну,
выводит, наверное, что-то не нравится, сорт хочет другой или как. И к осени кусты выше меня вырастали и опять же плодоносили. Вот. И разрастались. Ну, разрастаются отлично. Это кто раз малину или смороду посадит у себя дома, потом борется, как ее вывести. Потому что она сверху расползается, дает отростки и размножается очень быстро. Еще раз подкипятили чаек. Наш крутой кипяток. Берем и завариваем наш чайничек. Вот. Обвариваем по кругу, чтоб листочки обварились. Все, кипяточку мы добавили. Добавили. Будет настаиваться. Вот. В сторону убираем. Можно сверху, если есть специально колпаки, накрыть ее или там полотенцем теплым. Ну, пока делаем, у нас настоится чаек. Дальше приступаем. Берем корж. Нашу вот эту вот вкуснятину. Сгущенка с вареньем малина. Очень вкусно получается сгущенка, чем одна. Вообще прелесть. Берем, не жалеем. Потом вот так вот покоржу. Распределяем, чтоб равномерно было. Вот так вот. Ну вот, первый корж намазали. Берем второй корж. Прикрываем его. Прикрываем из серединки. Так бы краям берем и маленько придавливаем. Вот. Что видно там? Видно, что идет на края у нас. Видите? И следом обмазываем, берем тарелочку, вот так вот, в серединку, вот так вот, и по кругу, вот, по кругу. Это вот ягода у нас. Ой, вкус хороший, прекрасный. Просто чудо получается. Своими руками делаю, все вкусно будет. А не покупное это там намесят, как говорится. Чего угодно, кого угодно. Да еще и срок годности не усмотришь. Как обычно они делают. А здесь проверено все. Вот. Уже туфту и траву себе делать не будешь. Вот где-то так. Намазали. Берем мы третий корж. Ложим. Вот. Серединки, как говорил. Вот так вот. Придавляем к краям, то есть распределится равномерно у нас, потому что в середине погуще. Вот так вот у нас будет нормально. Ну вот, берем шоколад этот плавленый, сырный. Вот он у нас густой, пойдет наверх, вот так вот, его будем размазывать по всему коржу.
с ложечки. И вот. Будем убирать слой. Вот. Уже видно будет. Намажем шоколадом. Шоколадом. Ну, все пищевое. Так что расстраиваться нечего нам. Переживать. Стали делать недавно. Вот этот вот шоколадный сыр. Ну, просто замечательный. Вкусовые свойства у него. Очень вкусно. Вот. Если он предназначен для утреннего чаепития, а почему бы и в торт его не применить? Ну вот, берем пастилат наш и сейчас будем его разрезать на половинку. Берем каждую дольку по половинке. Нежный, мягкий. Где-то так. Ну, теперь будем как-нибудь что-нибудь разукрашивать. Придумаем, то и сделаем. Ну вот, доделали. Где-то так получилось, ребята. Ну, я думаю, что изобретать, ну, может, написать. Ну, а что написать? Сразу старые вырезки пришли с транспарантов, там, со знамён, когда на парад ходили. Миру мир! Мир! Тортик мир! Ну, где-то так и посмеяться можно, и почаевничать. Берем кружечку, наливаем нашего запаренного чайку. Ой, горячий он. Вот видите, какой получается. Две, пожалуйста. Вот, кто как погоще любит. Видите, привыкли. Эй, кипяточку подольем. Все для вас, лишь бы улыбались. Ну, где-то так. Все. Можно, кто с горячим чайком любит, кто похолоднее. Вкуснятина. Так что, изобретайте что-то. Фантазируйте, как разукрасить, чем разукрасить. Ну, еще попробуем один тортик сделать. Я предыдущее делал, тогда ягода в саду была. Хоть нарвал, украсил ягодой, где сейчас уже осень. Никто ничего сподручного. Хорошего вам чаепития, праздничных дней. Сегодня воскресенье. Пока-пока.